А снова всем привет, с вами я Суджес, мы играем в Сумму, со мной мой верный спутник Квадри, который в прошлой серии, я его все-таки взял с собой, сначала он был Спанч Бом, потом я подумал, это закипирайченное имя, поэтому я возьму, буду называть его Квадри. Квадри, все в порядке. И мы нашли какую-то вот эту херь, которая... Стоп. Так, непонятная херь. Питание, система работает, база структуры, все дела. Окей. Идем Квадри. Главное, что только это, ты бы не упал, а то будет плохо. Я потеряю своего верного спутника. Все, в принципе, в порядке. Так, позависай пока, братан. Посмотри, что здесь. Эт, Квадри! Бля! А, слава богу, здесь есть лестница. Я думаю, я уж потерял его. Бля, нет, Квадри! Скотина! Братан! Я тебя как-нибудь достану, да это главное, держись там. Ой, это чё, живая херь? Чё вот это такое? Кажется, зря так сделал. Оу. Нет, стой, у меня Квадри. Помоги мне братка дойти. Иди на. О, во. Не. Ой, оно умеет подниматься. А вот этого я не прочекал. Ой, чё-то я рипнулся. Вы умерли? Нет, ну... Действительно. Я сдох. I'm рипнулся. Я потерял брата, я потерял Квадри. Я не пойду без него. Так, Квадри, я знаю, что будет с... Что теперь будет, поэтому надо аккуратнее, надо взять себя с собой, братан. Бля. Так, стоять. Ой, тихо, пусть он пройдет, он нас не заметит, я потом пойду в его сторону. Что ты такой вообще? Ты ж не пойдешь туда, куда... Ну... Вот это хорошо. Давай, пердоль отсюда, ты, блин. Не, не да... Блять. Квадри, не надо. Ах ты, сука. Бежим, Квадри, нас засекли. Сейчас я с предметами двигаюсь быстрее или медленнее. Бля, Квадри, Квадри, бля. Что ты такое хотя бы? Подожди, я сейчас это... Блин, Квадри я не брошу все равно. Маховик, блин. Здорово. Ой, да ладно, ты чё умный такой, что ли? Нига! Ну как? Пс. Лох. Умное существо еще говорят. Бля, ладно. Согласен. Умное. И ган, чтобы это есть с нее. Ох, бля. Не знаю, что там произошло, но я очнулся более-менее живым. Мне кажется, я знаю, что
Ой-ой-ой, ему что-то плохо. Ну его и штырит, блин. Ой! Ой-ой-ой-ой! А, он типа, я понял. Ну не сюда ж, ну ёп... Сюда он... Тебя же должно, типа... Да неужели? Так, сейчас я... Нажму вот эту херь и сгоняю за своим братком. Квадри! Ох, бля. Лишь бы не заметили. Я он прям тут. Бля, квадри, нет. Только не квадри, а твари. Бежим, квадри! Мы спасемся. Бля. Правда, у меня башка хуёвая, но я тебя спасу. Бежим! Нет! Где нахер, тварь? Ох. Бля, квадри меня ебанул по башке. Я не помню, что там было. Главное, ты со мной, братан. What the f... Так, братан, теперь же много тебе тоже. Тебе опять нужно отдохнуть. Здесь вон даже стул есть. Тихо-тихо. Братан, тихо. Перепил, походу. Или от напряжения много так лоханулся. Ничего, нормально, квадрий. Тут у меня что-то с башкой не очень. Бля. Терминал. Терминал. Хера не видно, все в глазах расплывается. А что это? О. Мне стало лучше. Круто. Я нашел типа хилку. The fuck? Что за динозавры? Что это? Что за магия? Штаны чит. У-у-у, не только штаны. Квадри, я нашел бабу. Что это? Crash Hazard. Чё-то не работает. Какой-то ствол. Сейчас, квадри, не переживай. Здорово, чувак. Are you blind? It's me, Carl. Carl Semkin. Wrangler? Any of this sound familiar to you? I know, actually. Well, thanks for being so helpful. It's not like I'm knocked out on the floor or anything. Hello? Can you... Hello? Can you hear me? It's me, Carl, calling from the floor. Like, right next to you. Oh, not sure. Ой, сорян, Карл.
Сорян, Кару. Sorry, I think I pulled the wrong lever. Don't sweat it. Just get me a doctor. Ну, блин, чел. О. Включён. Please find help. Необъяснимо, но факт. А, то есть нет стекла. Нет, не сдох. Так, подождите. Квадри, все в порядке? О. О, походу я нашел консоль и мертвухи. Понятно. Так, ну... Ладно. Думаю, нам квадри придется подняться наверх, но... Окей. А. Так, окей. Сорян, чел. Упс, не работает. Много им в душу. You okay? Can you hear me? Ой, я его поджарил, так знание. Hello? Бля, сорян. Бля, чел. Сорян. Фу, хуйня какая-то. Can you hear me? Блин, а чё тебе, где, как помочь? Ха, бога и в душ. У меня тут 0 идей на самом деле. Подробности на главной консоли. Подожди, Квадри, ты что-нибудь нашел, братан? Пойти в систему, может... 2501. Сука. Подробности на главной консоли. На терминале. Терминале. Сука. Квадри там нашел братка. Который типа туда еще не сходил, да. Угу. Так, ладно, Квадри, посиди здесь. Сторожи, я пойду гляну. Чел какой-то. Oh God, he's dead. He's dead. Карл? Так ты ж Ты типа тот Карл.
Did you get the final backup turbos going? Everything is wired evenly. We've hedged our bets as much as we possibly can. So that's it? Enough power to run Pathos 2 until the next apocalypse. We're ready to go. I really hope we didn't mess anything up. I don't want to have to come back here again. Relax, it's over. We're going to Theta. Maybe we should seal more blocks. I don't trust the helpers to let this place run in peace. We've sealed everything. Everything from the barracks to the comm center. If anyone ever sets their foot here again, they're going to have a hell of a time getting around. Ah! О, я походу... Окей, окей. Может, квадри с тобой надо будет взять? Тут без него как-то стрёмно. О. Мы привели Эпсилон, чтобы никто не смог мешать работе станции. Нет, короче, дверь. Тоже плюс шкаром, это не моя вина. О, стоп, 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 стоп! 0735. Кару, your ID, брат. 0722. Мне интересно просто. Еее, бля. А здесь... 0735. Так, почта. Блин, питанием. Ага. Там если отключить. Понятно. Стоп, 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 стоп! А, типа, память. Так, это фабрика, да, склад, типа, но мне... Склад особо нужен. Собственно, какой-то черный ящик, поэтому... О! Аллилуйя, свет да божий. Так, подожди. Мне не нужен скотск помещений. Так, а его это то же самое, да? Вот энергия же у нас, событий, статус. Окей, что ж, чувак, сорян. Да, блин, надо придется. Придется нам с тобой. Ты еще. Hey. Типа Кару, да, но придется нам тебя жухнуть, брат. Теперь я могу хотя бы, блин... Секунду, брат. Да поднимай ты... А, чё, всё? Ой, сорян. О, квадри, мы идем. Извини, типа Карл. Ну или ты типа не Карл, но... Твою же мать. Мы тут сквадрим как-нибудь сами.
Угу. Во. Hey, are you there? I found the domed ceiling. Oh, that's better. Simon, was it? Jared, Simon Jared. Hi, Simon. I'm Catherine. Have you figured out what's going on yet? Me? I was hoping you'd have some answers. I probably have some. What do you want to know? Where to even begin? I mean, what is this place? How did I get here? And why do the robots talk like they're people? Well, you're at Upsilon, clearly. Have you never been there before? Where did you work? The Grimoire in Toronto. Is that really important? No, I mean, where did you work at Pezos 2? I don't know what that is. That's unexpected. Did you come directly from Toronto? Yeah, I did. And it was very unexpected. Have you seen any people? Like, staff or field technicians? Only robots. Crazy ones. Except for one. I think he was in pain. I'm not sure what to do. He said he was hurting. Sort of. I don't know. What the fuck? What was that? No! What's going on? I think this place is about to collapse. What do I do? Simon, come to Lambda. How do I get there? Да, держись, Квадри. Бля, Квадри, ёб твою мать! Блин, Квадри! Квадри! Нет, только не братка! Я не смог взять его за руку в последний момент! Блядь! Походу... была последняя встреча с Квадри. Блядь! Open the shit! Мужик! Где мой брат? Где Квадри? Чё? Ты, бля, живой? О, чё за нахуй? Чё, бля, со мной? Квадри, юрди здесь, братан! Я аж обосрался! Пойдём отсюда, брат. Что это? Блин, я думал... Думал, нам кабзец, Квадри. Ай... Как нам выбраться отсюда? Не подскажете? Ну, я так полагаю, что куда? Ну-ка, если... А, во, все понял. Не-не-не, стой, ты Квадри забыл! Нет! Так. Неожиданно, но факт. Подожди, я за Квадрием сгоняю. Здесь я тебя... Я вытащу тебя, братан, не ссы. Я без тебя никуда. Не ссы, брат. Бля, брат. Давай, во. И залезаем. Вот и все хорошо. Футуристичный стиль мне очень даже нравится. Так, где он? Вот Квадри. Смотри, что нам предстоит с тобой еще пережить. Пока ты можешь пресечь, прилечь в кусты, отдохнуть. Ну что, с вами был Суджестас, это очень увлекательно, мне нравится. Увидимся с вами в следующих сериях вместе с нашим верным товарищем Квадрием. До новых встреч.